Гости этой вечеринки терпеливо ждут в надежде поймать пресноводную хищницу – острозубую пиранью. Для рыбалки, которую организаторы назвали самой опасной в мире, привезли около 1000 рыб из реки Амазонки в Южной Америке. Когда я взяла пиранью руками в перчатках, то была очень счастлива. Пираньи ловят, фотографируют и отправляют обратно в бассейн. Это уже второе подобное мероприятие, которое организовывает ивент-компания Holiday Jack. Директор фирмы говорит, что все началось с шутки. Я сказал, что импортирую в Японию 100 тысяч пираний и устрою рыбалку. Я просто пошутил. Но многие не поняли, что это шутка. Они продолжали звонить и спрашивали, где можно купить билеты и настоящее ли это мероприятие, когда оно начинается. Привезти столько хищных рыб в Японию было сложно. Каждую перед отправкой в самолет нужно было поместить в отдельный контейнер. Гостей мероприятия также угощали экзотическими продуктами со всего мира. На барбекю готовили около 10 видов мяса, включая крокодильи лапки и кенгурятину. Все мясо предлагали на шведском столе. Однако лапки зубастых хищников, ввиду того, что их было немного, разыгрывали в лотерею. Я не попробовал мясо крокодила, потому что мне его не досталось во время розыгрыша. Но в целом очень интересное мероприятие. Организаторы обещают, что подобное мероприятие пройдет также во время так называемой «золотой недели» в конце апреля, начале мая, когда в Японии вместе отмечают сразу несколько праздников. В этом году, 1 мая, в стране должна начаться новая эра рейва, когда на трон взойдет сын нынешнего императора –